Джакузи. Укрепляет мышцы, растрясает жирок. Для нас как раз то, что нужно. А мы что? Как-никак, 45. Эй, ребята! Эй, ребята! Они идут сюда. Ну а куда же мы еще идти? Добрый день! Простите, я не чай. Кретин! Мой комбинезон! Бабуля говорила, чем чуднее, тем лучше в постели. Виолетта, если не ошибаюсь. Точно. Давай, не трать отпуск понапрасну. Почисти немного свою паутину. Все складывалось неплохо. Пусть отдохнет с дороги. Увидимся у уикенд. 3 дня вытерпишь? Конечно. Мы же не животные. Сюда. Давай. Что за фигня? Лоло, что ты здесь делаешь? Ты ведь унесла телек из моей комнаты. Это мой сын Элуа. Лоло. Привет, Элуа. Жан Рене. Приятно познакомиться. Жан Рене? Да. Пока не появился он. Ну и как он тебе? Жан Рене? А что не так? Он урод. Вот наш офис. Временно, но они явно нас балуют. Какой простор. А что эти все картины делают на полу? Не волнуйся, у меня все под контролем. Мне нравится это, вот эта птичка. Это просто пятно. Я могу быть необъективна, но мой сын — будущее человечества. Опля! Да ты весь красный. Это экзема? Ты разбираешься в венерических заболеваниях? Ну да, конечно, это мое хобби. Жан Рене! Живо убирайся отсюда! Неужто ты думаешь, я мог заинтересоваться 2 20-летними блондинками? Ты что? Предлагаю сделку. Я тоже. Дэнни Бон. Жули Дельпи. Винсан Лакост. Карин Вьяр. Проси прощения, я тебя прошу! Клянусь, прошу! Маменькин сынок. Тебе нужен достойный мужик, который изменит твою дерьмовую жизнь. Скоро во всех кинотеатрах страны.